Всем привет, с вами Рос Декой, я профессиональный шопер, нахожусь сейчас в атмосфере, снимаю для вас видео о том, какие модные цвета носить в этом сезоне мужчине весной и летом. Моя любимая вещь в этом сезоне – это жилеты. Жилеты сейчас можно носить и с классическими пиджаками, и просто повседневно. И он представлен в четырех цветах в этом магазине. Представляете, темно-синий, оливковый, бронзовый и бордовый. Бордовый сейчас я вам покажу. Посмотрите, какой кайф. И недорого стоит, в принципе, 5000 гривен, 100% пух. Так, смотрите, меряю его на кардиган. Это один способ ношения. Вот, но если я не хочу избавляться от своей любимой куртки, косухи, либо легкого какого-то пуховика, я остаюсь в куртке, надевая сверху жилет. Поэтому жилет нужно брать не впритык, а на размер, на полразмера больше. С одной стороны, мы сильно модно и стильно оделись, с другой стороны, тепло. И у меня появился новый лук. Жилетка с кожаными рукавами. Как вам? Пройдемся по костюмам. Смотрите, вот это как раз продолжение модного цвета сезона. Цвет винный, либо бургундского вина, либо какого-то тосканского пьянти. Мне нравятся еще пуговицы. Темно-коричневые, перламутровые. Пойдемте покажу, как на манекене он смотрится. Обратите внимание на этот костюм, он идет троечкой, да? И здесь представлен как раз один из трендов сезона, который называется распорованный костюм, то есть низ берется от одного костюма, например, здесь представлены темно-синие брюки заужены, а верх идет, это пиджак совершенно другого цвета. И бордовый с темно-синим – это прекрасное сочетание. И еще здесь очень хорошо обыграны и коричневые перламутровые пуговицы, темная рубашка, видимо, этот лук больше представлен для какого-нибудь торжества вечером, например, в ресторан, либо на свадьбу. Туфли Monki с двойной застежкой, с плетением очень классным, похоже на Bottega Veneta. Продолжаю знакомить с магазином. Светлые брюки из льна. Мне нравится, что все сейчас брюки стали зауженные, да, то есть широких брюк все меньше и меньше. Льняной костюм, но вот в этом костюме точно можно и на выпускной, и на свадьбу. Потому что лен, конечно, это очень капризный материал, но здесь он, видите, полированный, поэтому не будет мяться. Шорты must-have сезона. Кстати, я бы себе такие взял. Обожаю цвет такой. Цвет полыни называется, или цвет конопли. И зеленый. Зеленый вот этот цвет стилисты называют малахитовый цвет. Либо просто зеленый, изумрудный зеленый, да, можно его назвать так. О, сейчас мы как раз посмотрим. Обожаю детали. Детали очень хорошо представлены. Обратите внимание, оверлок на окончании ткани, да, то есть на шве, тоже представлен как раз в цветах этого бренда, либо просто подобраны красиво цвета. Отличительная черта бренда люкс-класса – это полосатая подкладка в рукавах. Вот он, кстати, этот цвет, да, гороховый. Ой, с полосочкой так красиво смотрится поло. Сейчас все меньше и меньше логотипов больших, да, то есть либо какие-то маленькие незаметные надписи, а для мужчин это очень важно, чтобы оно не бросалось в глаза. И здесь как раз хорошо смотрится бикреатив. Так, цвета, смотрите, вот это оливковый цвет, и рядышком еще один. Это кирпичный цвет или цвет замши. Цвет замши. Где-то я такое слышал. Цвет, наверное, лошадиного седла. Вот так вот, как стилисты бы сказали. Обожаю такие цвета. Вот еще один пример кирпичного цвета. Красный цвет красного кирпича. Вот когда вещи нравятся, сразу хочется мерить. И вам рекомендую, что не стесняйтесь, мерите. Перед примеркой посмотрите, чтобы вам все нравилось внутри. И мне нравится эта подкладка. Видите, подкладка тоже очень красивая. И здесь подкладка. Вообще, когда вы пиджак надеваете, он должен быть слегка мал на вас. Итальянцы говорят, это как вторая кожа. Он должен вообще вплотную сидеть, как на Андрее, помните? Вот, и у меня тоже 48-50 размер. Я себя чувствую в нем очень хорошо, комфортно. Классная посадка, и для льняного пиджака он просто офигенно сидит. Видите, я не застегиваю, хотя мне хочется застегнуть, но лучше его носить не застегнутым. В летнем пиджаке хочется всегда подтянуть рукава. Оттенок бордового, еще один цвет сезона.
О, вот это неплохо, неплохо, да, красиво. Смотри, какие острые лацканы, вот это просто супер смотрится. Даже не похож на военный, потому что, я думаю, если мужчина какой-то загорелый брюнет, будет вообще идеально смотреться. Так, это, конечно, эксперименты. Апельсиновый цвет, очень ярко смотрится. Опять же, выход на выход, либо на свадьбу куда-то, либо прогуляться по набережной. Вот еще его сосед. Тоже в таком нежно-коралловом оттенке. Никуда, конечно, не обойтись летом без пола. И здесь я смотрю полированный мерцеризированный хлопок, его называют, да? То есть он очень легкий, используется в носках обычно. Если это используется в трикотаже, то этот благородный трикотаж сразу смотрится очень премиально. Да, как я и думал, около $100 такое поло стоит. В черном и в белом. В таком молочном цвете. Покажу вам, как выглядит вот этот зеленый пиджак на Андрее. Андрей — это моя модель в этом ролике. Андрей, выходь. Отлично. Приоткроем чуток волосатой груди. Да, слушай, ну хорошо смотрится. Можно расстегнуться. Лучше его не застегивать. Вот летом вообще ничего не хочется застегивать, поэтому если вы берете пиджак, рассчитывайте на то, чтобы вы его не застегивали, да, то есть вот померили, вот не сходится он на животе, и слава богу, что не сходится. Главное, чтобы он здесь хорошо сидел по силуэту, по талии, а вот если не сходится, не страшно. Вот как на Андрее. Смотрите, Андрей вроде бы неупитанный мальчик, но не сходится пиджак. Так, ну, если вы не боитесь экспериментировать, а это для мужчины важно, что-то находить интересное, тюнингуйте свой костюм хотя бы какими-то мелкими деталями. Например, мелкая деталь – это значок, да, в петлице, видите? В петлице значок. Еще одна штука – это платок в нагрудный карман, либо пашот его еще называют. И как его засовывать? Для чего он вообще? Он для того, чтобы, ну, просто кайфануть и посмотреть на себя со стороны, выглядеть каким-то таким флорентийским франтом, таким модником, да. В общем, сейчас попробуем вам показать. Берем платок, делаем вот такое вот отверстие в кулаке и засовываем в это отверстие платок. Платок засовываем, прокручиваем его, и у нас получился вот такой вот цветочек. И вот так вот небрежно, вот таким цветком просовываем в нагрудный карман. Если карман заштопан, его нужно, естественно, тихонечко маникюрными ножницами раскрыть. Вот, вот так вот должен выглядеть пашот на мужчине. И все. Ну, не вздумайте этот платок использовать по назначению, он просто для красоты. Нравится? Можно еще, некоторые переживают, что сильно высоко торчит, можно его еще глубже засунуть. Вот, и в принципе, вот на эту длину, на которую я сложил, его и всовывается, да, то есть вообще он может быть... Выглядит вот так вот, аккуратненько, деталями. Вот. Ну, а некоторые экспериментируют и высовывают его прям вот так вот. Это прям вот как галстук так вот одеть, либо вот такую бабочку. Но если начинать скромно, то можно достаточно вот просто до конца уплотнить его во весь карман и вот оставить его маленьким таким вот хвостиком. Ой, класс, смотрите, здесь шлицы. Шлицы, а на шлицах еще, видите, шов и оверлочен опять подкладкой. Вот то, что я говорю, детали, да, то есть на это нужно обращать внимание, когда покупаешь красивый костюм или пиджак. Так, все, супер, мне нравится. До новых встреч на нашем канале. Подписывайтесь и ставьте колокольчик. Вам нужно быть в курсе всех новинок ваших любимых брендов. Оставайтесь в тренде вместе с нами.